рассказывать. Значит, Александр, мы только с вами в Барселоне сейчас на мобильном конгрессе. Какие из новинок вам понравились больше всего в первый день, который вы увидели? Больше всего мне понравилась ваша, Евгений, технология Selfie View, которую мне показываете. Вот. Нравится, да? Да, очень неплохая. Ну, неплохо, я считаю, что и хорошо. Что, как вы думаете, безопасен ли интернет для детей? С тех пор, как у нас есть Касперский, я вообще не волнуюсь за безопасность. Не то, что детей, но даже бабушек, дедушек, кошек, хомячков домашних и прочих, так сказать, животных. А кого еще нужно обезопасить в интернете? Троллей. Вот самая уязвимая сейчас часть нашего общества – это тролли, боты. Кстати, они очень страдают, иногда часто хозяева их бросают, например, и они стадами ходят и стонут в интернете. Поэтому мы должны приложить усилия для их, так сказать, защиты. Что вы можете сказать людям, которые создают антивирусные продукты для детей? Счастья вам! Спасибо, Александр. Благодарю большое. Спасибо вам.